Сломай вон тот большой вентилятор и лезь туда. Ты сможешь выбраться отсюда через вентиляционную камеру. Я пойду в главный центр управления Одином. Уильям, с той стороны есть еще одна шахта. Через нее ты сможешь попасть в центр управления Мунином. Тебе нужно добраться туда и отключить орудие на правом борту. А я пробираюсь в главный центр управления Одином. Я скоро буду в главном центре управления Одином. Встретимся там, когда отключишь орудие на правом борту. Орудия на правом борту отключены. Можешь вернуться в зал развертывания войск и залезть наверх по механической руке. Я у входа в главный центр управления Одином. Там полно народа. Иди сюда как можно скорее. Видимо, это главный центр Одина. Я уже иду, Аня. Thank you.
чувствуешь, генерал? Теперь ты старая и немощная. И сегодня твой судный день. Берегись! Думаю, с меня хватит. Ты как? Порядок. Охереть! У нас твой корабль, сучка. Глядите, фрау Энгель все балабонит по телеку. Я думала, мусорный мешок. Вот умора. Вундабар. Вундабар. Оставайтесь с нами. В студии генерал Энгель и Ди Каффер. Реклама. Можно я здесь? Не могу участвовать в том, что сейчас будет. Ладно, Зиг. Ты все сделала. Но остальные готовы начать революцию? Приступаем. Третья камера, сдвинься левее. Общий план. Стоп, Гюнтер. Подожди. Что? Гляди. Черт. Не прерывай эфир. Ну, дорогой, делай, что хотел. Господи, он же умер. Боже, не убивай меня. Прошу, не убивай. Вытери эту свинью, а мы поддержим. Вы чуете, генерал? Это ваша погибель. Аплодируем крутым ребятам из Ди Каффер! Лучшая музыка за деньги. Оставляйте чаевые на выходе. Так, ладно. Мы вернулись. У меня в гостях настоящий герой. Таких важных персон в нашей передаче еще не было. Гроза всех террористов, генерал Энгель! Да! Да! Чудесно! Спасибо! Вы слишком добры!
Итак, генерал, задам вопрос, который у всех на устах. Расскажите, как вы казнили жуткого Билли? Каково это было? Вас, наверное, переполняли эмоции. Я должен сделать это лично. За тебя, Карлайн. Как взмахнула саблей и подумала про себя. Мы спасены. Жуткий Билли был величайшей угрозой для наших граждан. Демон в человечьем обличье. Но я доказала, что даже тем... Какого черта? Ты же знал! Я лично отсекла тебе башку! Я убила тебя! Что ты можешь? Тогда вам точно конец. Ты теперь среди волков. И это наш лес. Набиваете себе пузо? Досыта сосисками, глядя в фашистский ящик? Ржете, слушая вранье, которым они вас кормят. Ржете до упада! Этому конец. Да, сегодня всему конец, братья и сестры Соединенных Штатов Америки. Сегодня мы, вольные бойцы сопротивления, призываем вас вступить в наши ряды. Они врут. Они врут! Они пытают, они убивают, они заставляют вас подчиняться! Они заставляют вас подчиняться! Вас. Они даже думать вам не дают! Но если сегодня вы соберетесь и скажете правду... Да. Если сегодня вы пойдете против власть имущих с ножом или камнем в руке, или просто со стиснутыми кулаками, значит, вы один из нас. Если сегодня, взглянув на свои руки, вы увидите, что они залиты кровью агрессоров, вы да. один из нас. Если сегодня вы возьмете на руки ребенка и поклянетесь, что он вырастет свободным, то вы одни из нас. Вы не забыли? Они принесли эту войну на наш континент. Они победили нас, убивали нас и казнили. Но знаете что? Они сами не поняли, на какую страну залупнулись. Братья и сестры Соединенных Штатов Америки. Когда мы все вместе, никто и ничто не посмеет отнять у нас родину. Сегодня они сгорят. Сегодня вы с нами.